Всем привет, ребята! С вами снова я и он. Всем привет! И сегодня мы собрались по очень классному поводу здесь с вами. Во-первых, с наступающим с Новым годом. Или с наступившим. Да-да-да. Сегодня мы будем открывать мужские адвент-календари. Наконец-таки, я снимаю это видео, потому что я очень долго не могла найти мужские адвент-календари. Серьезно? Ну, типа без суток сейчас. А я думал, ты просто мне не заказываешь их специально. Ну, может быть, где-то есть, но вот у нас нету, понимаете? Я очень долго не могла заказать. В том году вообще их не было, в этом году они появлялись, исчезали. И вот на второй волне я нашла. То есть это был уже второй запуск. Ну, смотрите, адвент-календарь, идея вообще можно миллион. Носков и трусов можно сделать. Типа трусы на весь год, короче. В общем, давайте разберемся. Мужские адвент-календари. Я бы купила с чипсами, со всякими снеками. Ну, там, пиво безалкогольное, квас, там, всякие газировки на каждый день. Носки, трусы, как Денис сказал. Можно сделать еще со всякими инструментами. Типа, в один день ты одну шайбочку открыл, в другой день третью гаечку. Ну, вот эти, да, вот насадки. Да, с инструментами, кстати, тема классная. Короче, давайте я вам покажу, какие у нас сегодня адвент-календари. Денис пищал. Он видел? Я вот не хотела, вот, чтобы он видел, но он уже увидел. Первый вот такой. Ты знаешь, с чем это? Нет. Это здесь все для бороды. Это адвент-календарь барбершоп. Второй календарь максимально мужской. Это Hot Wheels. Круто, что? Классно, да. Да. Здесь, получается, 24 ячейки. То есть это католический адвент-календарь. Здесь 8 тачек всего. Да, ну там всякие еще приколюхи, Зай. Ну, Зай, ну не расстраивайся заранее. Тут еще трасса, на которой ты будешь все выставлять. Ладно, надеюсь, это будет круто, да. А в этом адвент-календаре 12 всего 12. Лишь ячеек. Да. Вот смотрите, да? Просто, что за обделение? Реально, 12 дней. 12. Ну, у нас тоже бывает на 12 дней, Зай. Но на 24 я, правда, не нашла бьюти адвент-календарь для мужчин. Кто знает, где купить, пожалуйста, поделитесь. Да, скиньте, пожалуйста, ссылочки мне в директ. И подпишитесь на мой инстаграм. Давай начнем с этого. То есть первый календарь ты хочешь бороду, охотвился на десерт, да? Да, да, да. Чтобы радоваться в полной мере. Там 24 дня, поэтому... Растянешь удовольствие. Да, давайте начнем с этого. Давай. Пока Денис распакует, буду рассказывать. Этот адвент-календарь стоил 4000 рублей. Я думал, история будет какая-то. Этот адвент-календарь создан там тремя братьями Чупакай. Ехал к нам очень долго, месяц, но доехал. Та-да-да-да. Смотри, здесь такая расческа, сапожочек. Давай, открываем первую цифру. Давай. Вот она. Точно она? Ван. Точно, да, ван? Да, да, да. Ну давай. Точно она? Так, не думаю, что это отсюда. Там что-то с каким-то секретом, Зай, походу. Это она не отсюда, я думаю. Это маска. У меня такая, кстати, мне кажется, была, да? Men's Sheet Mask. Что это? Для чего? 15 минут держишь, написано, будешь самым красивым мужчиной на свете. Британский бренд победителя. Внимание! Типа этот бренд получил какую-то награду в Британии. Все, круто, я рад. Ты понимаешь, нет? Дальше это что? Это везде этот чувак с усами. Давай, ищи, где второе число. Два, цифра два здесь, наконец-таки. А, блин. Вот это хорошо, когда два написано. А не когда вот эти вот иностранные загогулины. Мне кажется, с масками будет календарь. Потому что второй в этот день... Это календарь с масками. Я раскусил их. А вдруг нет? Да, 100%. Ну что это за маска? Расскажи. Ладно, это маска вот такая, Супермен, типа. Для глаз. Ну, давай дальше. Дальше давай. Третья цифра. Блин, третья тоже цифрой. Где давай она? Ищи, ну ищи. Вот она. Это реально маска, представляете? Какая-то Gentleman's Sheet Mask. Джентльменская маска для лица тоже. Ну давай хотя бы выясним, это, что она делает. Это маска увлажняющая и противостарческая с коллагеном. Вот такие дела. Короче, масок сейчас наделаю себе. Чтоб ты не старел. Да, то я старый уже стал. Следующая. Цифра 4. А ты знаешь, как она пишется? Давай, 1, 2, 3. Фо. Ага. Вот это, наверное. Фор. Так, маска, чё? Это пенище, сейчас смотри. Foaming Cleansing Mask. Угу, всё? Да. Мы жестко расправляемся с этим... С этим календарем. Прочитай сразу мне. Это Brightening Face Mask. Energizing, Anti-Aging, Hydrating. Это... Вот такая вот штука. Accidents, Check a Dance. Ты знаешь, для чего она нужна? Для того, чтобы сиять. Видишь, тут салюты всякие нарисованы. Она, короче, для того, чтобы сиять, она придает коже энергии. Она противовозрастная, увлажняющая и с каким-то там чернингом экстракта. Цифры 6 у нас нет, есть 6. Фу.
beautiful. Патчи. Under eye mask. Пачки. Ой. Это патчи. Все уже, ну уже лицо уже все. Все увлажнил уже. Все уже уходовые процедуры сделал, антивозрастные. Да, я вот сегодня плохо выгляжу. Ты просто не выспался. Мы вчера легли спать в 3, а встали в 9. Ну ладно, давай сейчас сделаем. Покажу. Так их что, охереть не встать! Вот это поворот, дамы и господа, мы здесь их 3 штуки. Открываем, смотрим. А по-любому вот этой стороной ты будешь клеить? Короче, они без этих. Они без жидкости внутри. Они... Очень удобно. Знаешь, в чем прикол? Что их одела и можешь смело там за руль садиться, они не будут скатываться. Угу, думаешь, так, да? Да, думаю, да. Идем дальше. И следующее число. Цифра 7, 7 декабря. Можно я открою, как хочется? Ну, давай. А что, не открывалось, что ли? Мне нравится. Я вот сколько этих календарей-то их снял. Это, короче, типа фейс-пути. В общем, это такая штука. Это слайм для лица. Это слайм для лица. Жидкость такая. Наносится просто, да, как ты делаешь? Да, что написано? Black Peel of Mask with Activated... Ну, короче, это с углем, видимо, да. Mm-hmm. Black Peel of Mask. Ну, черная маска просто такая, знаешь, которую наносишь реально. Походу, это она и есть. А я не знаю, как цифра 8 по-английски. Ну, а тут и не надо. А, есть? Фу, это хорошо. Не знаешь реально, как цифра 8? Ну, Зоя, не разочаровывай меня, ну, пожалуйста. Ну, что там, короче? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Да. Маска. Маска. Сколько раз сказала маска? А, вот. Сразу читай пост шейв. Пост шейв кулинг маску. Блин, она такая же. Она такая же. Вот они вообще. Одинаковые маски пошли тут, дублирующие. Деньги закончились, идеи тоже. Позиции. У них, мне кажется, ассортимент просто закончился. Мне кажется, Все, уже, смотри, 9-й день, да? Какой, 10-й? 9-й еще. Вот 10-й. А, вот 10-й. Тоже, наверное, там повторка будет какая-нибудь. Да, повторка, по ходу дела. Покажи. 10 минут очищающая, все да, такое. Да, с пузырьками. Все, у них всего Bubble mask. 9 вариантов. Foaming cleansing mask. Да, повторка. Тоже такое было, да? Да, вот такая маска тоже была. Она Супермена. Для глаз, короче. Она, кстати, офигенная, такую делала, ну, типа, не мужскую. Вообще она так увлажняет глаза, зая. Вообще никакие патчи так не увлажняют. Тут маска. Маска. Ну, это не повторка хоть, да, смотри? Покажи. Була, брайтинг, фейс маск. Да что они вообще? Ну, вот ну могли она. Бы не повторки это сделать, а? Маска для сияния кожи. Ладно, 2 штуки, хорошо. Все, переходим к следующему календарю. Давай. Оценивайте этот календарь в комментариях. Хотели бы вы его получить или подарить кому-нибудь? Цена какая была? 4000. 4000 за 12 масок. Доставка стоила, наверное, 2000, да? Не-не-не, рублей 300, там 400. Ну, в общем, так. С патчами на глазах мы будем открывать вот такой замечательный набор. Хочу отметить то, что он, блин, пришел разбитый. У меня Денис в первую очередь спросил, почему он разбитый. Блин, ну знаете, в чем обидка, то, что он помятый? Потому что вот эта штука, это типа стенд срали и... Срали? Срали, кто срал? Ба-ба-ба-бам. Вот стенд. С обратной стороны тоже все очень красиво. Давай, я буду держать, а ты будешь открывать. Давай. Мне кажется, это очень крутой календарь, как на внешний вид, он прям класс. Тут Дедушка Мороз кайфует. Это кто? Это эльф. Эльф. Он его там снимал, короче, на камеру вот здесь вот. Реально. Видно. Но у них гонка, зая. Да, у них новогодняя гонка. Так, давай. Надеюсь, смотреть. Первый день ты точно тачку найдешь. Да, иначе зачем, да? Да. Денис просто... Кстати, мы же не рассказали, что ты собираешь Hot Wheels. Ну да, ну я собираю, но не сильно прям. Я не такой фанат прям. Ну просто чуть-чуть. Просто чуть-чуть. Ну машинок 100 уже есть. Ну где-то да. Ну знаешь, просто есть-то. Не, ну я понимаю, прям... что не покупаешь редки там всякие. Они еще закрытые там бывают. Я просто вижу красивая тачка. Я не слезу от коробки. Цена нормальная. В смысле, лежат коробки. Ну они же не где-то у нас стоят красиво. А, они просто лежат в комнате, да, поэтому у нас места пока нету. Короче, я просто вижу, смотрю, тачка красивая, и беру. Ну, вот такую я бы не купил. О, нифига, она огромная. Вот она, вот ну-ка она. Ну-ка, давай. Чепурь. Типа неудобно я? Просто, ну. И просто жесть. Что, тачка? Сани, прикинь. О, Сани деда, прикинь. Это Сани. И у них все надписи типа Hot Wheels. Сани для машины, представляете? Блин, прикольные. Круто, мне нравится. Я бы на таких покаталась. Класс, класс. С Дедушкой Морозом. Класс, мне нравится. Так, теперь цифра 3. Коричневая тачка. Оу. А что там такое, Зай? Тачка. Она какая-то необычная. На одно место. Реально одноместная. Вот это такая... тачка эльфа стопудово. Нет? Да?
паркуем на место. Вон эта тачка там где-то, по-моему. А вот первая, которая тебе досталась, вот она. Да, ну здесь можно все тачки рассмотреть. Не поэтому смотри. Мы не будем рассматривать. И сразу переходим к цифре 4. Она тоже большая. Это реально сугроб. Это вот такой сугроб. А, это трамплин. Ралли, да, такое? Это трамплин типа, да? Да. Цифра 5. Больше там ничего не положили. Я нашла, она очень маленькая. Там, мне кажется, кнопка какая-то. А, там оранжевая такая штука, чтобы загораживать что-то. Я могу... Вот такая штука, представляете? В наборе, блин. Я в шоке просто. Что это еще за сумма? Это еще и даже считается за одну. Ну ты же каждый день потихонечку достаешься. О-о-о! Вау, чума вечеринка. Офигенная. Вот такая тачка оранжевая. Там что, Зенит написано? Да нет, Hot Wheels, Маш. На Зенит похоже. Вот такая тачка классная. Она типа футбольная, там всякие мячики футбольные. У меня вместо колес, типа колеса мячики. А с обратной стороны еще какая-то прикольная. 8-й день, 7-й. Еще 7-й не наступило. 7-й день, и там... Олень. Олень! Ура! Он без глаз. Почему? Он классный. Да нету там глаз. Смотри, какой типа бархатный такой, знаешь? Ну да, он типа реально... Ну, он куда-то влезал, и у него лишай. Цифра 8. Просто вау! Вот это классно! Я бы такую купил. Она, знаешь, что похожа на тачку Скуби-Ду? Она матовая, написано... Outdatsos. Ну, короче, это написано. Датсун какой-то. Стильно выглядит, реально. Классная. Она такая посаженная. У нее голубой салон. Она потрогай, какая она матовая. Да, она прям офигенная, даже мне интересно, нравится. Интересно, меняет цвета, нет? Слушай, она, может быть, реально под водой такое меняет. Есть некоторые тачки Hot Wheels, их под воду так... Пью, и они цвет меняют. Вот но они похоже. Типа от температуры. А, даже так, да? Да, если холодно, они там желтые. Тепло, они красные. Эти вот, 9. А, мы что еще? Сейчас только 9, да, будет. И цифра 9 вот такой вот спойлер, что ли. Мне кажется, давай смотреть здесь. Вот здесь все должно быть. А, я понял, что это. Это снегоуборочная штука. А-а-а, для колес, охренеть. Прикиньте. Короче, сделано так, что здесь машинки подобраны под размер, и можно из любой сделать снегоуборочную. А из своих, которые есть, надо подбирать уже. Да, круто, вот так вот. Yeah. Цифра 10. Ой, у нас такие свитера теплые, вы просто не представляете. В них можно вспотеть за 3 минуты. Но мы старались, создавали новогоднюю атмосферу. Что это? Это лыжи. А это типа снегоход делает? Чума вечеринка, да. Слушай, хочется пойти в снег на улицу и попробовать снег настоящий. Ну, не так будет. Не пойдет, да? Цифра 11. Вот она. Зай, давай помогу. Ага. Оу, тут снова какая-то штука. Ограждение. Что написано? Воркшоп паркинг only. Что значит? Только парковка, а воркшоп... Магазинная парковка написана. Да-да-да, парковка только для работников. Так, цифра 12, наверное, да, пошла? Да-да-да. А что, ты ее не нашел еще? А все, ее не найдешь. Где я не вижу, да? 7. А! Ну давай доставай. Ну, вообще, ну она классная, а что ты ее не достаешь? Ну давай нормально. Она там с какими-то крыльями, с жабрами. Воу, офигеть. Просто это родстер какой-то. Ты что, ты не переверни и посмотри ее лицо. Воу, там просто череп, прикиньте. Охрененная тачка. Тут еще огоньки. Мне самой такая нравится. Смотри, тут пламя такое. Uh-huh. А здесь что, он тут трупов возит? Нет, это там... Это баллон газовый? Баллон, ну. Он на газу. Ха! Что это? Это за покрышки? Это покрышки, да. Это так, классно. Цифра 14. Вот она. Так, что-то опять маленькое какое-то, знаешь? Почему этот адвент-календарь пахнет библиотекой? Ты не чувствуешь? Он прям книгами какими-то застарелыми. Олень, снова олень. О, ну нормально, хоть ну, покажи. Ну, блин, Hot Wheels, конечно, олени положили, это ну, вообще... Не... Блин, ну тоже какой-то уродец. Глаза вообще не видно. Он лучше, чем предыдущий? Лучше какую-нибудь где-то, да, инсталляцию положили? Это девочка, типа, у нее ожерелье. Фигурок ну, лучше, 3 штуки такую... положили. Ну... Так, это санки. Санки Деда Мороза. Их вот сюда, значит, да, где-то должна быть. Деда Мороза фигурка. Тачка. Больше вы видели Деда Мороза тачку, нет? Да, видели. Сани. И не купили, да, мы их? Нет. Я понял. Представляете, да? Охренеть. Представляете, да, да? То есть кто-то из них Рудольф, но красного носа нету. Ну ты лаком ему сделаешь здесь? Ну да, надо двоим тогда сделаю. И вот они будут. У него будет два Рудольфа.
Значит, у нас будет вот такая тачка и Деда Мороза, представляете? Я надеюсь. Дальше смотрим. Какая? 16-я, да? 16-я была. Открываем быстренько. Тут тачка! Тачка обычная, вот такая. Нифига себе, обычная, с ракетами. Ну, какая-то она футуристичная. Я такие не покупаю. Тебе такие не нравятся? Так, цифра какая была? 17-я сейчас будет. Oh my. Holiday. Happy. Happy. Типа... Счастливых праздников. Ага, ну вот. Да, дальше. Hot Wheels. Это пожарный, походу. Это Дед Мороз. Это такой вообще... гном вообще. Господи, что это? Он что-то... Ну, он как бы тут тоже не очень красивый, зай. Но он там в очках хотя бы. Это Вини. Эльф, Маш. А, это эльф. Ну, смотри, у него уши. А, у него уши, да, это эльф. Короче, не Дед Мороз. Ага. Ёшкин Макарёшкин. Ёлка. Тут два подарка. Ёлка и какая-то хрень. Типа ёлку везут, что ли? Или что это, Маш? Наверное, это чтобы ты ее прицепил к саням. А можно там где-то Happy Holiday прикрепить? Или это вот, он ее везет. 20. Давай, открывай. Знаете, что здесь? Вы не поверите. Вау, тоже тачка такая футуристическая. Ну, она мне не очень нравится. Она просто серая, да? Ну, как бы сочетание цветов красивое, а вот модель какая-то отстойная. Тут какой-то целый бассейн можно залить. Очень большой багажник. Там какой-то торт коричневый. Это дрова. Это бревна, чтобы баню затопить. Точно, совершенно верно. 23-й день. Да 22-й еще надо. А, 22-й, вот ладно. 22-й день. Это... Будка, что ли? Это заправочная станция для машин. Остается всего 2 дня. У нас нету ни Деда Мороза, ни его машины. Вот они, наверное, вот. Представляешь, не будет. Давай ты сильно не расстраивайся. Так хорошо, что? Ладно. Деда Мороза уже не будет. Да? Так, Деда Мороза уже не будет. Ну ладно, хоть тачка будет, это уже хорошо. Вот такой снеговик симпатичный. О, он самый красивый, который я видела. Он прям реально классный. Покажи. 24-й день. Последняя за ячейка. Ну, мне кажется, там не машина. Тачка. Просто тачка. Офигенная. Она такая очень матовая. Красивая. Стильная. Где тут у нас? Ты сами хочешь прикрепить? Да. Мне только обидно, что нету Санта-Клауса на самом деле, потому что хочется в машину кого-то посадить, а Санта-Клауса могли бы кинуть. Смотри, вот здесь вот пустое место. Да. Вот здесь пустое место, могли бы посадить реально. Ты можешь какого-нибудь Санта-Клауса заказать на Алиэкспресс? Малюсенького. Микро. Блин, ну прикольно. Ой, офигеть, она тяжелая. Да, она крутая. Так. Обидно, что нету дедушки, но все остальное реально безумно, безумно клевое. Да. Какой бы ты себе выбрал адвент? Вот этот. В жопу маски. Ну, конечно, маски-то можно купить. В свободном доступе вот такое вот, я думаю... Эксклюзивно в адвенте, да? Эксклюзивно в адвент-календаре. Эксклюзивно в адвент-календаре, да. Написано 8 машинок, но как будто больше было, да? Как будто да. Ну, значит, тебе хватило. Да, мне хватило. То есть тебе по ощущениям было хорошо. Да, классно. Тебе понравилось. Я тебя поздравляю. Спасибо. С подарком. На Новый год, спасибо. Ты рад? Я очень рад. Я тоже рада. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите в комментариях, где найти мужские адвент-календари. И стали бы вы своему парню, мужчине, папе, брату дарить адвент-календарь. И какой они бы хотели получить, по вашему мнению, с чем? Может быть, с арахисом, может быть, чтобы там были всякие разные чипсы каждый день. Я бы такое получила, на самом деле. Всех вас очень любим. С наступающим Новым годом. И всем пока. Пока.